Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1391. События дня. Псалом 73, 3, 4. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. За 7 октября 2019 года. Обращение. Курсором останавливайте, и можно читать. Шахматов, как ответил. Роману, дай рождение, Господи. При желании многое можно человек здесь просчитать. Вот Максиму Каскуну. Какое предупреждение, какое наказание. Не знаю, на каком основании. Ну вот, статью хорошую хочу дать знакомой, чтобы прочитать могли. Веришь ли ты, Россия, для христианских баптистских общин власти приготовили конфискации и штрафы?
Ну вот, 30 марта, считайте. Баптисты сидят, поют, но не регистрируются. Хотя регистрация сегодня ничего на нас не накладывает. Ну и переписку Вячеслава Семенова Виталием Мелхиседеком.
какой разговор. Вот он его прислал, я его ознакомил. Ну, на этом все. Так, учитывая, что в воскресенье мы ездили за Каренда, я еще не сказал в прошлый раз, на велосипедах. Все еще эта ягода целая. Вот сегодня 7-го, это было 6-го. После богослужения занятия сделали на 11 вместо часу. Так день удлинился как будто. А сегодня мы вот здесь, на озерце внутри деревни, убрали деревья, какие мешают прохождению ветра, чтобы вода была чистая, не закисала. Вот. Готовимся к отъезду. Собираем вещи. Все на этом сегодня.